Роман, привет. Вот мы с тобой сейчас только переписались, но думаю, надо все-таки перед отправкой, вот сегодня мы с Олегом помучили друг друга, но перед отправкой надо записать тебе видео с четверочкой, вот, а то получится как бы не доделал я, наверное, свою работу. Да, вот она. Красиво вот камера показывает. Значит, смотри. Вот датчик установлен. А вот теперь смотри его касание. Видишь? Вот идет закрытие. Так будет рукой. Значит, буду класть на стол, поднимать и закрывать. Ну, потом придется опять помыть салфеточкой, потому что воспользуюсь жидкой магнезией. Она все-таки более равномерна, и она меньше при многоповторках, она по сравнению с сухой меньше, ну, ссыпается, скажем так. Посмотрим. Ну, хотя бы 20 раз я попытаюсь закрыть, что сказал, что это супер, потому что 40 там с копеечками, да, калибровочка, и расстояние все-таки здесь достаточно широкое. Ну, давай попробуем. Значит, ты будешь видеть сигнал. Вот видишь, вот он. Ага. Надо наладить. Потому что если бы ручки были бы независимы от пружины, было бы немножечко попроще. А так раз, два. Где видно вспышки, это касается палец и, ну, закрытие основное, когда ручки сошлись. Thank you.
пальцами задеваю, и начинает сразу светиться. Ну, касание, в общем, понятно, видно. Вот видишь, не дожал. Так, делаем контрольную попытку. И на этом останавливаемся. Все. Видишь, вот он. Семафорию. Спасите наши души. Вот. Поэтому дожимал. Не знаю, сколько счет потерял. Привет тебе большой, твоей второй половине, Лене, привет, молодцы, старайтесь, идете дальше, здоровья вам, семьям вашим, добра, благополучия. Ну вот сейчас опять протирать ФОХ-4 и отправляю тебе. Все, пока.